участники совещания. Очень приятно сегодня видеть в этом зале почетных граждан района и города. Сегодняшнего совещания – это доклад главы администрации муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Заполоцкого Юрия Ивановича. Несмотря на то, что существует традиционно сложившийся регламент итоговых совещаний, администрация каждый год вносит что-то новое при подготовке материалов. Благодарим вас, Елена Генриховна. Часто происходят такие доклады при столь почетной публике, но мы с вами поделимся откровенно и искренне тем, что было проделано за 2020 год и то, что мы планируем на 2021 год. Основными задачами является обеспечение долгосрочной финансовой устойчивого развития налогового потенциала, повышение эффективности управления бюджетными расходами. Консолидированный бюджет района в отчетном году поступило доходов на 4 миллиарда 600 миллионов рублей. В сравнении с 2019 годом доходы консолидированного бюджета выросли на 762 миллиона. План по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета исполнен на 102,4%. В 2020 году в бюджет района привлечено 736 миллионов рублей целевых субсидий, что на 472 миллиона больше, чем в 2019 году. На социальную культуру и на социально-культурную сферу 127 миллионов рублей. Отрадно отметить, что на протяжении многих лет компании химической, нефтехимической, перерабатывающей промышленности района, частные инвесторы активно участвуют в социальных проектах района. В отчетном году реализован огромный проект «Полная реконструкция рощи Пятизовой». Произведен ремонт помещения Совета ветеранов при финансовой поддержке «Новотек Услуга». На средства мецената, почетного гражданина Кингисеппа Бориса Владимировича Гольденберга, установлен памятник Петру Первому. Благодаря социальному сотрудничеству Кингисепп на самом высоком уровне отметил День города, который в 2020 году праздновался вместе с Днем флага. Развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетов аграрной политики района. Мы научились работать руководством еще сложнее. Умело координировали работы для обеспечения жизнедеятельности на нашей территории. Мы с вами работали в новых условиях, перестраивались, но при этом находили пути решения общих вопросов и выбирая самые конструктивные пути взаимодействия. Всегда говорил и говорю, что администрации поселений, городов – это в первую очередь люди, которые должны служить на благо наших людей. И от того, как мы управляем, зависит комфортность, благосостояние наших жителей. Вот этот год, если мы с вами сдадим бассейн, сдадим школу, построим детский садик, то мы также 21 год можем назвать для себя, будем удачным, и дальше будут новые горизонты, к чему нам стремиться. Хочу еще раз сказать большое спасибо и волонтерам, и общественным организациям, и Совету депутатов и первого и второго уровня, и ветеранам, всем тем, кто принимает участие в жизни города, и всем тем, кто сегодня находится в зале. Прославляли район своим трудом, успехами в работе, учебе, спорте и многих других сферах нашей жизни. И сегодня мы награждаем лучших по итогам 2020 года. Приветствую вас по поручению губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко и правительства Ленинградской области. Важно отметить, что Кингисеппский муниципальный район
является устойчивым лидером экономического развития среди муниципальных районов Ленинградской области. На итоге работы района за 2020 год, позвольте по поручению губернатора и правительства Ленинградской области вручить заслуженные награды тем людям, которые внесли значительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Кунгисеппского района. Ростерминал Уголь. Этот год был сложный для всех, для всего мира, для нашей страны, для каждого из нас. Я хотел бы пожелать всем, прежде всего, крепкого здоровья, мира, счастья, добра. И давайте друг друга беречь и уважать. А нашему Кунгисеппскому району пожелаю только процветания. Спасибо. Финансовый директор акционерного общества «Ростерминал Уголь». Огромный человек, но то, что они делают, это, знаете, это достойно. Достойно. Татьяна Сергеевна, спасибо вам огромное за... Мы давно сотрудничаем с компанией «Ростерминал Уголь», и она действительно носит очень серьезный вклад в социально-экономическое развитие Кунгисеппского района. За вклад в развитие Кунгисеппского района, за многолетний плодотворный труд на благо развития и процветания района награждается Дмитрий Владимирович Вардовских. Я благодарю руководство района, но на самом деле это не только моя награда, это награда наших вместе с вами, потому что вот не было бы того вклада без нашего взаимодействия и общественных организаций, и вообще всех предприятий, организаций, с кем мы работаем, сотрудничаем. Я думаю, что здесь даже какой-то кредит доверия. Будем дальше так жить, сотрудничать, помогать друг другу. Спасибо огромное. Спасибо. Управляющий директор акционерного общества «Ростерминал Уголь» Седов Артур Александрович. На сцену для получения награды приглашается начальник управления по работе с персоналом акционерного общества Буренков Иван Викторович. Компания «Еврохим» уже давно и активно развивается. Но развитие компании невозможно без развития того города, где находится ее производственная мощность. За трудовые успехи объявляется Сыровскому Алексею Львовичу, первому заместителю главы администрации, начальнику отдела по экономике, инвестициям, муниципального имущества и архитектуры администрации муниципального образования город Ивангород. Я когда-то давно себя спросила, что она для тебя. Россия — это сила.